начинаю новый влог. Мы, как всегда, сели завтракать. У меня кофе, тарелочка орешков, сухофруктов и два крылышка копченых. Вчера покупали, мужу не понравились. Муж ел филе копченое, куриное, а я вот крылышки ела. Ему чуть не понравились они. Мне понравились. Маргуша каша сидит, он уже мультяша смотрит. На улице у нас солнышко, но небо какое-то затянутое. Гулять сегодня не пойдем, потому что у меня много дел. И гулять еще не пойдем, потому что у меня ячмень под глазом вот этим. И здесь тоже болит. Я глаза закапываю. Сейчас вон глаза опухшие, мешки такие под глазами. Я патчи налепила, чтобы хоть немножко глаза в порядок привести. Дел очень много. И что за дела у меня? У меня курицу нужно одну расфасовать, разрезать ее. Свинину тоже разрезать, расфасовать, фарш накрутить. Суп буду грибной сегодня варить. На второе хочу гречки, потому что так за гречкой соскучилась. И куриное филе потушу, гуляш сделаю. Что еще нужно? Еще у нас стоит пюре картофельное. Его жалко выкидывать, потому что его очень много. Я хочу налепить вареников. Заморозить вареников, сделать с картошкой, потому что я делала вот на днях картофельное пюре и салаку засаливала, рыбку солила, и мы, короче, ни рыбу не доели, ни пюре не съели, там пол кастрюли этого пюре, выбрасывать жалко, в итоге, короче, думаю, сделаю я вареников, кстати, вареников тоже очень хочется, давно мы не ели вареников, а рыбу уже собачкам каким-нибудь отдам. Что еще в планах? Полы помыть нужно. Еще мне хочется помыть ванну. Не хочется, а нужно помыть, потому что я уже давно не мыла. Руки были в плохом состоянии. Сейчас, кстати, мои руки после аллергии нормально уже. Один палец вот на правой руке большой болит. И все. Так что вот такие вот делишки. И так что будем сейчас завтракать и приступать. Холодец вчера, кстати, варила. Он хорошо застыл. Муж сегодня на работу взял себе кушать холодец. Так что в обед попробую, скажу, как получился. Ладненько, будем мы кушать. И всем приятного аппетита и приятного вам просмотра. Ну что, мы уже позавтракали. У нас уже 11 часов. Позавтракали, в принципе, можно, например, час назад. И сейчас уже буду приступать к готовке. Я вон начистила овощи, грибочки замочила. У меня еще осталось полупаковки грибов, потому что, мне кажется, на суп это слишком много будет. И, наверное, на днях я просто пожарю грибов с луком, либо с картошкой нажарю. А если муж не захочет, то тогда уже просто их заморожу, и пусть они лежат там на пиццу какую-нибудь. Ну что, давайте приступать. Буду сейчас варить грибной суп и заниматься мясом. Так, вот это вот у меня пойдет сейчас все на суп. Зелень тоже, картошку сейчас положу варить. Немножко лука и чуть-чуть морковки уйдет на зажарку для супа. А большая часть морковки и лука уйдет на гуляш с курицы. Эта луковица у меня обжарится в картошку. Видите, у нас сколько пюрешки осталось картофельной. Буду делать вареники, грибочки вот сейчас помою. И буду потом заниматься курочкой. Так что давайте приступать. Вода у меня уже закипает, поэтому нужно уже бросать картошечку. Yeah.
уже в супчик закинуты грибочки. Я решила все-таки всю упаковку порезать в суп, потому что они увариваются. Муж скажет, где грибы. Сейчас буду добавлять зажарку, которую я уже обжарила, и зелень. И уже посолила давно, и пусть он прокипит хорошо, и буду отставлять. Здесь у меня рядышком паром, извиняюсь за камеру, забивает. Так, вот так получше. Здесь у меня уже начало обжариваться филе. Сейчас буду добавлять овощи, морковку и лук. Пусть обжарится немножко, подзолотится, и потом добавлю водички, и пусть все тушится. Еще на гарнир сделаю гречку. Так, я уже тут занимаюсь полным ходом мяса. Суп у меня сварился, сейчас буду его оставлять. Он у меня хорошо прокипал, чтобы грибочки проварились. Гуляш уже отставила, сейчас поставлю варить гречку. Курицу я уже разделала. Сейчас вам потом покажу все, что я тут приготовила. И сейчас буду крутить фарш, пока Маркуша еще у меня не спит, чтобы не шуметь. И потом пойду его, кстати, спать уже укладывать, потому что у нас время 12:30. Так что давайте приступать, буду крутить мяско. Я и разобралась с мясом, накрутила уже фарш, все расфасовала по пакетам, сделала 2 пакетика фарша побольше. Это у нас там на котлеты, на тефтели, в общем, там уже будет видно. Делаю вот так тонкие пластушки, чтобы он потом быстро размораживался. 2 маленьких пакетика на фрикадельки для супа. Вот так вот стопочкой сложила. И очень удобно замораживать. Здесь у меня кусочки уже нарезанные на отбивные, тоненькие нарезанные кусочки. Готовые уже тоже так пластушками разложила потоньше, чтобы он потом быстро разморозился. А здесь кусочки на гуляш. Чуть я туплю. Торможу немножко. Это у нас свинина. В этот раз мы немного брали свинины. Здесь у меня я разделала курицу. Вчера мы покупали 2 курицы. Вчера сварили с курицы холодец. И куриные грудинки оставили. 2 большие грудки. Они замороженные. А с курицы сварили холодец. А со второй курицы я сегодня с 1,5 грудки сделала гуляш, кусочек вот оставила на суп куриной грудки. Здесь у нас осталось как часть называется-то, ребра вот. Ребра, где филе держится. Я вот это прямо на костях это все отвариваю. И вот, смотрите, мясо там сколько. Отваренное мясо потом мелко нарезаю. Это, в общем, на суп. Это на суп. И здесь у нас остались ножки, крылышки, бедрышки, это пожарю как-нибудь на сковородке. В общем, заполнили мы морозилку. Сейчас, кстати, сложу все в морозилку и покажу, что у нас там находится. Ну вот мы и заполнили морозилку. Конечно, она не полностью забита. Потом расскажу, почему. И хочу кое-что, какой-то эксперимент сделать уже через месяц, когда мы это все доедим. Опять я хочу морозилку полностью разгрузить, как вот в этот раз у нас была пустая, полностью абсолютно пустая морозилка. И на следующий раз, наверное, буду, в общем, составлять меню на неделю, брать, допустим, 2000 на неделю и вот как-то распределять эти 2000 на неделю, потому что, ну, как-то дофига, блин, денег уходит на еду. Ладно, потом, в общем, поговорим. В общем, заполнили. Здесь у нас рыба, желтохвостик, скумбрия, минтай. Там под стенкой сало. Здесь у нас говядина лежит, масло сливочное в запасах. Здесь 2 куска больших печени говяжьей. Здесь куриные желудочки. Там у нас грибы лежат и... как называется-то, а?
Забыла. Тыква, тыква. Вот. Вчера мы покупали сыр колбасный, он нам не понравился. В общем, порезали на такие кусочки, заморозили то ли на пиццу, то ли на сыр, как, на суп сырный. Здесь у меня курица лежит, на суп кусочки, на жарешку, здесь куриное филе, и там полностью у нас свинина лежит. В общем, забили. Я надеюсь, нам этого на месяц хватит. А сейчас пойду укладывать Маркушу. Давайте посмотрим, что он тут. Бардак-то наделал, пока мама кушать готовила. Ты мой сладкий. Диги-диги-диги. Спать будем, диги-диги? Все, умоемся, пойдем. Ты что такой грязнулька, а? На улице у нас что-то как-то... Я вот заметила, телевизор нормально показывает. Я вот заметила, что через экран телефона он постоянно мерцает. Ой, тут игрушек сколько. Маме сейчас собирать, да, сына? На улице душно, 25 градусов, но видите, как-то пасмурно, затянуто. У меня, кстати, цветут фиалочки. Розовая вот такая. Видите, сколько бутонов. И вот, блин, вот это вот надо посадить. Она водой я ее позаливала, такие получились белые. Тоже вот, видите, цветет. Она не вялая, у нее хрупкие, ой, упругие листочки. Но она у меня стоит в стакане, я ее хотела кому-нибудь отдать. В итоге это розовая. У меня вот она есть, вот такая же. Я думала ее кому-то отдать, но в итоге, короче, никому так и не отдала. Так она стоит, видите, корней сколько там. Ой, лучше бы я не трогала. И вот голубая цветет, она очень красивая, большие цветочки у нее. Сейчас зацветет, потом как-нибудь засниму. Так что вот так, вот этот вот красивый цветок. Видите, у нас квартира съемная, и плесень на подоконниках, наверху, на потолке тоже плесень. 9-й этаж, и вот как-то некрасиво, окна еще деревянные, и не очень. Это я завешивала, чтобы солнце не так цветы палило, потому что сгорают. Вот такой вот цветок красивый. Тоже это типа фиалки идет. Вчера, кстати, мне его перевернули. Надо полить цветы. Тут надо на балкон вынести. Он пустой, цветок пропал. Вот такой вот. Мне давали много цветочков, вот таких вот калачики. Как муж говорит, бабушкины цветы. Мне все пропали. Вот один остался, они у меня что-то не приживаются. Я не умею ими. Я не дружу, в общем. Это у нас авокадо, которое пожрал кот. Не ел, не ел. И вот, в общем, короче, видите, что получилось. Сожрал. Ну что, давай, сына, спать. Пойдем, мама кашку тебе сделает. И приду вот это вот все барахло соберу. И буду ложить спать, потому что уже час. И быстро помою полы здесь и пойду на кухню, уберусь, посуду помою, потому что там вообще бардачело такой, гора посуды после готовки. Плиту надо протереть, вымыть, потому что там то ляпнуло, то сбежало, то еще что-то. В общем, грязная плита, надо сейчас все вымыть. И потом уже Маркуша уснет, я сяду в тишине, в спокойствии, замешаю тесто, покажу вам рецепт теста на вареники. Будем с вами делать вареники на заморозку. Так что все, пошла я делать кашку. Маркушеньку положила спать. Сейчас решила сесть перекусить, набраться сил и в бой к уборке. Нужно плиту вымыть, как я уже говорила, посуду помыть. В общем, уберу на кухне и потом сяду. Включу какой-нибудь фильм и сяду лепить вареники. И потом ванную нужно будет помыть. Уже сегодня сделаю все, а завтра только пыль хочу протереть и цветочки полью, и буду отдыхать. Потом покажу, что я приготовила кушать. И сейчас буду, кстати, кушать холодец с горчицей. Кусочек вон хлеба себе отрезала. Очень вкусный холодец получился. Мы любим такой, чтобы он, знаете, не сильно был застывший. Видите, трясется прям сильно. Буду кушать, и всем приятного аппетита. Будем приступать к приготовлению теста на
Вареники с картошкой. У меня вот картошка. Я сюда обжарила луковицу на масле растительном. И немножко, честно сказать, видите, темноват лук. Я прозевала, пока мясо резала. У меня лук немножко уже так сильно поджарился. Но ничего страшного. Для теста мне понадобится одно яйцо. Уже посолила. 200-250 миллилитров воды обычной теплой. Выливаю венчиком, все взбиваю и буду добавлять муку. В общем, самое обычное тесто, самый обычный простой рецепт. Все, я уже замесила тесто, сейчас еще немножко вымешаю его. Сынуля у меня уже спит. Сейчас быстро налеплю вареников и доделаю все дела. Ванную помою, посуду, полы здесь на кухне. И все. На сегодня я свободна. Буду выдавливать стаканом обычным. Такое же тесто я делаю и на пельмешке. Хотела с вами поболтать, когда показывала морозилку. Говорю, что доедим все в этом месяце, за этот месяц доедим. И, наверное, со следующего месяца буду экспериментировать, я не знаю, чтобы как-то экономить деньги, потому что живем на одну зарплату, на зарплату мужа, и как-то все равно, ну, хватает деньги, но получается от зарплаты до зарплаты. У нас очень много уходит еды, денег на еду. Я делала эксперимент, что уходит у нас на еду за месяц по чекам 25 тысяч. 20-25 тысяч у нас уходит на еду. Как бы, мне кажется, это многовато. И, наверное, со следующего месяца, вот сейчас мы закупились на месяц вчера, сделали закупку. Ну, еще, конечно, там кое-что нужно будет докупить. Капусту, там, коту корм забыли купить. Ну, так, может, что-то да, по мелочи будет покупаться еще за месяц. Но, короче, решила я, доедим вот это все, что мы закупились. И со следующего месяца, когда будет абсолютно пустая морозилка, я буду составлять меню на неделю, брать 2000, чтобы в месяц у нас на еду уходило 10 тысяч. Ну, там посмотрим, ну, пусть 10-15 тысяч, чтобы уходило на еду. Ну, никак не 25 тысяч, это очень много. Потому что сейчас вот зима, нужно покупать курточки мне, мужу, сапоги нужно мне и ребенку покупать, и мужу тоже нужно обувь купить, на машину страховку делать, короче, дофига, блин, прописку мужу делать, дофига растрат, и, блин, денег-то не миллионеры, поэтому надо как-то экономить, не знаю. Поэтому, наверное, как-то поэкспериментируем, и, наверное, со следующего месяца надо было вот сейчас это делать, но что-то как-то мозгов не хватило у меня. Ну, уже вот это все съедим, абсолютно будет пустая морозилка, я буду потом составлять список на неделю, брать 2000, ну, пусть там чуть-чуть больше, да, до 2500. На неделю брать список продуктов, составлю меню, составлю список продуктов, и чтобы вот на неделю на эти 2-2500 купить продуктов и жить на эти 2500, питаться целую неделю. Ну и так следующую, чтобы хоть как-то экономить деньги, ну блин. Короче, надо будет экономить, сейчас вот этот месяц мы проживем. И посмотрим, что у нас получится в следующем месяце, потому что у нас уже зима скоро наступит, холода близко, нужно покупать и одежду. И одежду нужно покупать. Я уже третий сезон в пуховике своем хожу, нужно уже как бы новый. За шубу я молчу. Я вообще шубу хочу, но
В этом году, пока я остаюсь без шубы. Шуба мне уже, наверное, светит, когда я пойду работать. Так что вот так вот. Маркуша хорошо есть, что одеться бабушке с дедушками. Одежды прислали, у него там и куртка на зиму есть. Вот штанишки надо будет теплые, и теплые сапожки ему купить. И посмотрим, шапка, если не маленькая на него, то может еще шапку купим. И так, в принципе, все. Колготок есть, штаны, ну, такие тонкие, если не сильно холодно, у него целая куча. Может, какой-то свитерок еще, да, купить нужно будет. Тепленький, чтобы под горлышко какой-то свитер теплый был. И рукавички. Так что вот так вот. Пишите в комментариях, сколько у вас денег уходит на продукты, как экономите. Я бы уже, конечно, хотела бы скорее выйти на работу, чтобы больше было у нас денежных возможностей. А куда я пойду на работу, я не знаю. Выходить на свою работу с декрета, меня там как бы никто держать не будет, потому что нужно будет ребенка с садика в 6 часов забирать. А у меня рабочий день до 8, потом мы закрываем кассу еще полчаса, до 8:30. Муж также поздно, допоздна работает, он в часов 9 вечера только домой приезжает. И поэтому мне нужна такая работа, чтобы я могла забирать ребенка. Отпрашиваться на своей работе меня там никто держать не будет, потому что, ну, как бы скажут: слушай, дорогая, нам нужна постоянная работница, которая будет работать, а не отпрашиваться каждый раз. Поэтому мне нужна будет какая-то работа, чтобы забирать, я могла забирать Маркушу с садика. Я не знаю, куда я пойду. Конечно, было бы хорошо ногтями заняться на дому, свободный график, но, блин, это же деньги нужны, это все купить, 1010, 10 000 еще на обучение, ну, это ладно, обучиться потом можно, курсы пройти, короче, 10 000 вот нужно, чтобы купить все материалы и начать заниматься дома, а этих 10 000 лишних нету. Ну, как всегда, куда-нибудь, если в какой-то, ну, грубо говоря, бизнес, да, нужно обязательно вложиться, чтобы была какая-то потом тебе прибыль. Короче, я не знаю, куда я пойду работать. Так, чуть я вареники уже леплю. Ложочек мне как-то неправильно. Делаю обычные вот кружочки стаканом. Накладываю картошку. Думаю, вареники знаю все, как лепить. Конечно, один больше, другой меньше, но я их вообще леплю очень редко. Мы уже, кстати, давным-давно не ели вареников, а это я где-то смотрела видео, там ели вареники с картошкой. Это мне так захотелось. Ладно, девчулечки, буду долепливать варенички и включу сейчас какой-нибудь фильм, посмотрю. Налепила я уже вареничка, у меня тут творческий беспорядок, тесто вон еще осталось, обрезки выброшу его уже. Вот так вот у меня получилась целая большая дощечка. Сейчас морозилку поставлю, пусть замораживается. Сейчас со стола уберу и пойду лягу полежу немножко, буквально минут 20, и буду уже будить Маркушу, потому что время 15 минут четвертого. Немножко, буквально 15 минут полежу, потому что болит спина. И потом встану, доделаю все дела. Начала, кстати, вам смотреть фильм «Ласточкино гнездо». Тут 12 серий. Классный фильм. Вернее, не фильм, а сериал. Как девочка с мамой жила, мать умерла у нее. Тут тетка появилась, которая хотела квартиру отжать. Вот я только вторую серию включила. Тут папа нарисовался, который никогда с ними не жил. Такой интересный жизненный фильм. Кто любит мелодрамы, советую посмотреть. Я вот только первую серию посмотрела, мне очень понравилось. Кстати, давайте покажу, что я приготовила. Вот такой у меня гуляшек получился аппетитненький с куриного филе.
Супчик грибной. Он у меня уже давно стоит, остыл уже. Грибной суп. Как раз вот грибы уварились, как раз вот хорошо. И гречку на гарнир отварила. В общем, такие у меня получились сегодня блюда. Наконец-то сделала я все дела. Я такая замученная, вся растрепанная, так устала, прям вообще сил нет. Наконец все сделала. Время у нас уже 5:30 вечера. Маркушу я уже давно покормила. В итоге я так даже и не полежала. Пока я здесь это все тесто убрала, пока все помыла, пока все убрала, уже и сынулю надо было будить. Покормила его. И вот ванную дочистила. Полчаса драила ванную. Устала, еще надышалась этих средств чистящих. Ой, фу, прям дурно. Буду сейчас смотреть сериал уже, кстати, с четвертую серию. Я пока тут убирала, у меня тут сериал работал. «Ласточкино гнездо». Мелодрама, сериал очень классный. Советую посмотреть, кто любит. Ищу четвертую серию, отвлеклась немножко. Хочу включить. Взяла яблочко себе помыла и сейчас иду в ту комнату, буду ложиться отдыхать, потому что реально устала. И на сегодня буду заканчивать влог. Такой вот у меня день получился насыщенный. Надеюсь, вам понравилось. И обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать мои новые влоги. И всем пока, спасибо за просмотр.